Во-первых, я попадала в аварию, поэтому моя копчиковая кость изогнута. Во-вторых, я люблю улыбаться любой проблеме. Мне не важно, причиняет ли мне это боль, я улыбаюсь в ответ. В-третьих, я очень часто забываю вещи, а также номера. У меня есть тенденция оставлять вещи повсюду, а потом я не могу их найти. Факт номер 4. Я очень люблю кошек. У меня дома есть один кот, которого зовут Снежок. У него есть корейское имя Мино и тайское имя Ино. Но у тебя только один кот. Да, но с несколькими именами. Что это за порода? Это порода Каомани. У него гетерохромия, то есть разный цвет глаз. Один голубой, один желтый. И последний факт. Я люблю есть жареный рис с базиликом. Будь то хрустящая свинина с рисом, с базиликом, просто свинина, куриный фарш. Все из этого. Я очень люблю базилик и могу есть его каждый день. Первый факт. Я ни разу в жизни ничего себе не ломал. Все мои кости целы. Второй факт. За пределами своей страны я был всего лишь один раз в жизни. Я был в Сингапуре. Третий факт. Когда я был в утробе матери, нас было двое. У меня был близнец, но, к сожалению, он не выжил. Четвертый факт. Я амбидекстр, то есть я могу одинаково хорошо пользоваться обеими руками. Вообще я левша, но, например, бейсбольную биту я держу только в правой руке. Пятый факт. У меня аллергия на шелкопряд, но я могу есть другие виды насекомых, например, больших мадагаскарских тараканов. Да, вот таких. Первый факт. У меня есть китайское имя Чан Джи И, которое переводится как Джан переводится как нефрит или драгоценность, а Дже как влажный или сочный, а И как решительный. Что касается Джан, то это фамилия нашей семьи. Факт номер два. Некоторые люди не знают, что я могу есть все, что угодно. Я думаю, что могу съесть все, что угодно в этом мире. Все, что меня не убьет. А на каждой съемочной площадке, на которую я прихожу, почти все спрашивают меня, могу ли я есть острую пищу, могу ли я есть какие-то определенные вещи или нет. По правде, я могу есть все. Факт номер три. В моей голове каждый день звучит гитара. Я не имею в виду то, что я думаю о гитарах все время, но каждый день мой разум думает об этом. Будь то покупка или продажа гитар, звуки гитары или что-то, относящееся к гитарам. Четвертый факт. Я очень забывчивый, очень невнимательный. И пятое. Я довольно легко какаю. Я делаю это каждое утро или если я должен ехать на юг и ем там южную еду. Майл имеет в виду то, что его организм очень быстро переваривает пищу. Вот пять фактов обо мне. Первый факт. Я очень люблю сладкое. Сладкие напитки, например, безалкогольные коктейли или сладкие напитки, смешанные с кофе. Что-то вроде этого. Второй факт. Я люблю яркие цвета. Абсолютно все цвета, которые являются яркими, будь то оранжевый, желтый или красный. Третий факт. Я люблю природу. Лес, горы и так далее. Также небо. Я могу сидеть и наслаждаться природой целый день. Следующий факт. Я не ем острую еду. Вообще-то я люблю острую еду, но не могу ее есть. Из острой еды я могу есть только лапшу быстрого приготовления. Но все зависит от еды, вкусная она или нет. Сколько перцев чили ты можешь положить в салат из папайи? Два достаточно. Если вы положите больше, то приготовьте для меня ателье. Четвертый факт. Я люблю одежду. Я люблю наряжаться. Но больше всего я люблю обувь. Я очень люблю обувь. Например, моя одежда может испачкаться, но если я поцарапаю свои кожаные туфли, то я этого не переживу. И последний, наверное, самый важный факт. Я не силен в цифрах, в математике. Я не умею считать. Вот пять фактов обо мне.